Всем привет! Недавно у меня на канале было видео, как вязать резинку из капризной пряжи, если некрасиво ложатся петли. И многие просили меня снять видео, как вязать такую резинку по кругу. То видео многие не досмотрели, решили, что это обычная полая резинка. Ну и все, куча комментариев плохих было. Но кто досмотрел, те молодцы. И сегодня я вам покажу, как вязать эту резинку по кругу. Вот так она получается по кругу, с красивым вот этим краем. Сначала, да, я буду снимать, как сделать вот такой вот край, а дальше уже будем вязать вот эту вот резиночку 1 на 1. Эта пряжа у меня Ализе, сейчас скажу, вот Ализе Реал 40 Ангора, 100 грамм, 430 метров, цвет 221, состав ее 60% акрил, 40% шерсть. Многие знают, что с нее резинка не очень, конечно, иногда получается 1 на 1, но вот если вот так вязать, то она будет вот такая вот красивая. Вот. Обязательно досмотрите до конца, чтобы потом не было снова комментариев, что это обычная полая резинка. Ну а теперь давайте приступать к вязанию данной резинки. Так, берем спицы самой короткой леской. Это у меня из набора вот такого вот от Knit Pro. Сейчас скажу, сколько у меня длиной леска. Так, если вот так замерять. 20 сантиметров где-то леска, и вместе со спицами, потому что будут такие вопросы, я знаю, где-то 40 сантиметров. Пряжу и где взять спицы, я, конечно же, оставлю вам ссылочку. Итак, начинаем мы с оформления горловины, края резинки именно. Это мы не изначально как бы начинаем, ну, изначально красивый край. Так, начинаем итальянский набор. Делаем вот так первую петлю, просто вот входим и перекручиваем. Либо вот так, вот. Смотря какую вы хотите первую петлю, лицевую, либо изнаночную. Вот, сделали, да? Теперь начинаем набирать. Вот, если мы так пойдем, то раскрутится, да, поэтому на себя и нитку вот так захватываем от себя под низом, вот, и набираем итальянским способом количество петель, чтобы делилось на 2, и плюс 1 петля для замыкания в круг. Ну, у меня это 99 петель. Итак, набираем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 98-я петля и 99-ю просто обычным способом так провязываем последнюю петлю. Все, это мы провязали, но пока в круг не замыкаемся. Первый ряд будем вязать подготовительный, но он будет и считаться первым рядом. Итак, что мы делаем? Мы будем вязать как полая резинка, 4 ряда. Вот первую петлю снимаем. Вот, сняли и смотрим, лицевая здесь либо изнаночная петля. У меня, видите, лицевая, вот ее видно, что она идет лицевой, вяжем лицевой. А вот это у нас, вот ее видно, она изнаночная, мы переснимаем ее нить перед работой, лицевую вяжем, а изнаночную переснимаем нить перед работой. И так вяжем до конца весь ряд, лицевую вяжем. И вот хорошо видно, а изнаночную просто переснимаем нить перед работой. И так вяжем до конца весь ряд. И заканчиваем ряд изнаночную, переснимаем, лицевая, изнаночную переснимаем, лицевая. И последняя у нас идет изнаночная. Ну, у вас есть лицевая, ничего страшного.
Так, все, первый ряд провязали. Теперь надо замкнуть в круг. Вот так ровненько, ровненько все ведем. Вот в начало у нас спицы, чтобы замкнуть в круг. Смотрим, чтобы этот ряд нигде ничего не перевернулось у нас. Вот растягиваем, смотрим внимательно. Так, вот вроде бы все. Я поправила как надо. Ничего не перевернуто. Все вот смотрит как положено. И замыкаем в круг. Как мы, как обычно, замыкаем в круг. Мы с левой вот захватываем ниточку на правую. Здесь подхватываем петельку крайнюю и пропускаем. Вот, все, пропустили. У нас теперь четное количество петель, барсик. Все, одеваем маркер. И вот смотрим. Мы лицевую провязывали, изнаночную пропускали. Теперь надо сделать нам наоборот. Изнаночную мы провязываем, а лицевую пропускаем. Так, где у меня тут лицевая, где изнаночная? Так, вот лицевая здесь идет. Мы лицевую вязали, теперь мы пропускаем ее, нить за работой, а изнаночную провязываем. Лицевую пропускаем, нить за работой, изнаночную провязываем. Лицевую пропускаем, изнаночную провязываем. Лицевую пропускаем, нить за работой, изнаночную провязываем. И так вяжем до конца весь ряд. И заканчиваем ряд. Смотрите, лицевую пропускаем, изнаночная. Это мы закончили второй ряд. Далее изнаночную. Теперь мы вяжем лицевую, а изнаночную пропускаем нить перед работой. Лицевую вяжем, а изнаночную пропускаем нить перед работой. Лицевую провязываем, изнаночную пропускаем. И так вяжем до конца весь ряд. Здесь надо вот так гармошка собирать, чтобы вам легче было. Так, изнаночную здесь вот у нас пропускаем, лицевую вяжем, изнаночную пропускаем, лицевую провязываем. И так до конца весь ряд. И заканчиваем ряд. Лицевую вяжем, и изнаночную пропускаем. И еще один ряд снова. Мы лицевую вязали, теперь мы лицевую пропускаем, а изнаночную провязываем. Лицевую пропускаем нить за работой, а изнаночную провязываем. Лицевую пропускаем нить за работой, изнаночную провязываем. Так, довязываем четвертый ряд до конца и заканчиваем ряд. Лицевую пропускаем, изнаночную провязываем. Все, это мы связали край. Теперь переходим на резинку. Первый ряд просто вяжем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Вяжем до конца весь ряд, просто лицевые и изнаночные. Провязываем все петли. Первый ряд резинки провязали, это просто лицевые и изнаночные. Провязываем второй ряд резинки, лицевую пропускаем нить за работой, а изнаночную, ну, просто провязываем, как вы там классической петлей, либо бабушкиной. Лицевую переснимаем, нить за работой, а изнаночную провязываем. Лицевую переснимаем, изнаночную провязываем. Лицевую переснимаем нить за работой, изнаночную провязываем. И это второй ряд резинки.
прорезали второй ряд и повторяем как с первый этот второй ряд. Следующий ряд просто вяжем резинку лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И в следующий раз снова лицевую пропускаем, изнаночную провязываем. И так вот вяжем нужную высоту резинки.